Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей, и продолжаем мы без всяких предисловий проходить Rain City. Так, что тут? Спасибо, что спас. Ага, пожалуйста. Давай еще раз с этим поговорим. Все, ладно. Мы, получается, сейчас тогда пойдем в ту комнату, где был закрыто. Не в комнату, а в ту дверь, где было закрыто. Ага, вниз, пожалуйста. Не знаю уж, последняя ли это серия, но сомневаюсь. Моей скоростью соображения в этой игре. Я думаю, что еще одна или две помимо этой будут. А зачем ее забирать? Ну, типа... Непонятно же. Окей. Вообще, по сути дела, игра не сложная. Я не то хотел сказать. Не сложная, не долгая. То есть, по факту, это сейчас четвертая серия, но здесь, наверное, блин... Смысловой нагрузки на одну. И чё? Ну давай, скажи мне. Скажи мне, что надо было палку забрать, да? Или вот эту херню сбросить? Ёп. Ага. А как мне эту херь снять? Или мне нужно опять в трактор? Давай заберем, короче, доску. Ой, бля. Это не двигается, окей. Это мы забрали. Трактор никак не работает. Не, ну это, конечно, глупо. Понятно. Но оказывается, что не глупо. Ну, я так понимаю, назад нам не надо. Мы уже на этой оказались, на Factory. Ползем, смотрим. Вниз. Пока как крыса ползаем по... Ага, охраннике. Закрытое предприятие вообще никого не интересует. Контроллер. Так, ладно. А охранник, я так понимаю, нам этого вставит по пятое число. А кажется, что из-за этой подожди, стой, куда ты? А кажется, что из-за этой мануфактуры дождь постоянно идет. Что ты слышишь? Тебе веревка нужна? Ладно, хорошо. Проверили. Ух ты, как интересно. Постер. А есть тут какая-нибудь закономерность? Есть.
ручка была как раз там, где он не захотел спрыгивать. Подожди. А мне нужно подсчитать количество. Ну, это очень сложно их. Смотри, давай по символам. Цветок. Цветок 2. Морда 3, 4, 5. Вот этот 6. Вот этот 7. То есть получается 7 символов, и мне из них нужно выбрать какие-то 3 по какому-то определенному количеству. Мы там выйдем, и охранника. Так, мы не можем пока выйти, потому что секурити там вино это. И что получается? Но здесь ничего нету. Смыть бы. Или воды нету. Постер, хорошо. Может быть, кстати, вот эта световая панель связана с шахматами. Но она как-то слишком хаотично работает. То есть горят все по очереди. И они никак не нажимаются. То есть это никак не работает. А вот рукоятка какая-то валяется. То есть тут ты можешь пройти, а тут ты не можешь пройти. А вот эту херню нужно каким-то чудесным образом протащить туда. И тогда мы сможем спрыгнуть и что-то здесь настроить. Пойдем смотреть. Ну, типа дырка под этим, да? И что дает? Интересно. Там, значит, охранник. Но назад я не вижу смысла идти. Мне нужен пропуск. Каким чудом нужно смыть? В унитазе, в котором нет смыва. Ладно, похожу. Короче, ходил, я подсмотрел код от шкафчика, потому что ничего больше не придумал. Почему так, я не понял, если честно. Идем дальше. Я просто все уже обходил. Все облазил и ничего не нашел. Решил подсмотреть. Думаю, может, что я не так делаю. Ну, подсмотрел. Очевидно, что вот эта доска связана с этим паролем. Я посмотрел на них, может быть, думаю, а там одна, две, три фигурки. То есть последовательность. Да что ты делаешь-то? А ты не можешь сам зацепить. Хорошая машинка.
Охранник не смущает, да, звуки? Все хорошо. Не, ну а мы чё? Ну а мы ничего. Подожди, стой. Дощечка. Тут вот есть лобик. Не, подожди, забирай. А мне бы ее передвинуть. О. Слушай, а тут есть какой-нибудь выход? Есть. Ага. Все, на все. Пум-пум-пум-пум-пум. И цепь так ровно двигается. Опять, ну, дощечка. Дощечка. Хорошо. А, рычаг от этой панели. Все ясно, понятно. Туплю. Тут хотел сказать, а можно мне разделить их? А дощечку, там вот есть отвертка. Вот отвертка. Куда бы это применить? Хорошо. Уже какую-то суть стал находить. А вот это неудобно, конечно. Так, хорошо. Пойдем, наверное, сначала рычаг применим, потому что там эту телегу катать. Долго, много действий. А тут сейчас что-нибудь попробуем. Скорее всего, какая-нибудь будет последовательность. Класс. А что поменялось-то? И машинка пока не исчезает, знаешь, пригодится. Так, отсюда применишь? Применишь, хорошо. А туда нельзя? Я думал, туда можно.
Пурум-пум-пурум. Нам каким-то чудесным образом надо выгнать оттуда охранника. Вопрос зачем? Нет, я думал. Я думал, он к толчку и поедет по толчку. Так, окей. Нет, не применяет. Какие варианты еще? А, все едет в обратную сторону. Все едет в обратную сторону. Что мне это дает-то? Машинка. Мне по сути, наверное, либо сюда надо пройти, либо сюда. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. То есть ты... взять. Бля, нахуй так жестко. Ебать, ты жестокий чувак. Взял, ошкварил, блять, его. Сейчас можем пройти, получается, пока он тут купается. Я уже думал, все помылся, думаю, все пипец мне. Тут есть снизу проход, я вижу. Кто ты? Только персонал может сюда заходить. Да-да. Твой персонал, твой секьюрити. Так, значит, эту херню мы не можем трогать, и это уже меня, я бы сказал, радует. Б1. Куда поеду? Мы можем... Так, мы Б1, мы можем на один поехать.
Это... Закрыт, хорошо. Я думал, тут чуть-чуть по... Типа, придем сюда позже. А зачем мы сюда придем позже? У него там яблоко было. Б2. Орешки. А, блин, а чё пульт сразу не применяется? Нельзя кнопочками управлять? Это вообще типа тюрьмы. Это не сестра ли его? Это моя сестра. А делать никак. Вот закончик возьми. Проснись, блин. Нам туда, короче, теперь надо пробраться, хорошо. Мы взяли орешки, видимо... Орешки... Зверей никаких не видал. Ага. Ну, наверное, тому чуваку надо из персонала дать, больше вариантов нет. Так нельзя сделать. Так нельзя сделать. Хорошо. Этот тут купаниями занят. Странно, согласен. Этим краном тоже не ясно. Тогда вариант еще. Нельзя тебе ей дать. Ну смотри, я тебя ставлю. И тебе даю. Нет, нельзя. Охраннику надо подкинуть. Какие еще варианты? Ай, так, ладно, это не работает. Похожу. Блин, по приколу чисто, смотрите. О, она выкручивается. А зачем? Ты этой херней под этого подловить надо.
Бля, и правда. Фу. Пойдем помоем. Ну подойди, пожалуйста. Помыл. Секьюрити. Значит. Так, это вообще дверь не активна. Может быть тогда на первом этаже? Она нам поможет попасть в ту дверь, которая закрыта. Тут же по пропускам работает. Мне предположить. Так, сюда. В камере... На этаже с камерами там вроде ничего не было. И, наверное, это открывается из этого. О, отлично. Из комнаты охраны открывается. Так, хорошо. Одно ди... Бать, Халк ломать. Халк, орешки. И тут закрыто, хорошо. Даже если я уйду, он сломает? Нахер ты их тут насыпал-то? И они еще остались. Орешки это по типу хлебных крошек. Не, ну тут без вариков, тут нужно из комнаты охраны открывать. Дай подумать. Вот первый этаж. Мы насыпали там орехи. Я хотел ко входу насыпать. Бум. Я приду позже. Его чем-то нужно оттуда отвлечь. Правильно? Правильно. Ясно, он туда пытается попасть. Машинка здесь не работает. Хочешь этот? Теперь нужно понимать, где их насыпать. Или нам нужно кого-то по ним провести отсюда? Но весь персонал у нас тут ток. Тут ток. Ты на какие-то двери его наводишь. Тут же я пробовал, тут не сработало. Пум-пум.
куда это еще применимо? Никуда. Никуда. Орешки, охранник. Пойду дальше ходить. Короче, ходил и чисто случайно я нажал вот, пожалуйста, форму. Вот, пожалуйста, форму. Ты оденешься? Да, он оделся в га... То есть теперь мы можем пойти к охраннику. Теперь мы можем пойти к охраннику и скоммуниздить у него яблоко. Для меня очевидно, пока я тут бродил, нужно эту крысу сюда каким-то образом запустить, чтобы он тут все ломал. Первый этаж. Ну, очевидно, мы сейчас не сможем решетку ломать. Ага. Открывать, он скажет, что, блядь, дурак, что ли, нахуй? Там заключенные сидят. Кто ты? Не трогай, блядь. Дверь. Не работающая. Не трогай, да, говоришь? А яблоко мне нахер? Будешь яблоко? И он схавал яблоко. Дверь закрыта. Этот. А, я думал, тут ключ нужен. Я сколько раз уже тыкал сюда. Нормально. Ты же меня не ёбнешь? Я тут постою в сторонке. Я очень голоден. На. Пизда тебе, пёсель. Атака. И чё ты сделаешь? И ничего ты не сделаешь. Там монстр. Ебало его в рот. Так, а мы теперь можем нажать то, там, где нельзя нажимать, да? Шикосики. Я такой голодный. А чем я тебе помогу? Ну, у меня есть орешки. Я тобой управляю. Так, поехали вниз. Нахрен. По идее, по традиции прохождения этой игры уже нужно заканчивать, но... Ну, пока походим. Ну, если это сестра... Я помню, я просто подумал, может, кирпич можно взять. А. Да ловушка. Дед, ты ёбнутый. Что ты делаешь? Ты... Не ходи, но ты не слушал. Stubborn, just like your sister. Взять бы на превьюшку, но спойлер. Не буду. Возьму предыдущую. Давай. Орешки остались? Ауч.
Орешки остались, хорошо. Ага. Ну слушай, как будто прямо и надо закончить. Сеструха. Орехов ей дадим. Лих. Get up now. Давай сейчас. Я пришел, чтобы спасти тебя. Три точки. Она не может идти. Хавы. Братец. Ты правда мой брат? Я рад видеть тебя снова. Old dogs trap too. Ага, I won't escape using. Ага. А что такое? Ох бы, блядь, бы предмет давать без названия. Даже на английском. Но там был проход дальше, это типа сюда вставляется как-то. Это надо починить. Ну типа... Ладно, давай сейчас сделаем так, я сейчас... Мы сейчас с тобой сюда же... вот сюда пройдем по прямой. Или мне прям на месте надо чинить? This point look deep does go. А, ну то есть мне нужно решать прям по там на месте все. Ну давай попробуем. Локация-то небольшая. По факту мы сестру нашли. По факту. И там локация, и нам надо на буровой этой машине. Ты пройди-то сюда. Нужен код. А может быть туда нырять надо в этой херне? I'm going rest. А что ты мне дала-то? Что мне с этим делать? Баллон какой-то? Серьезно. Куда тебя применить-то? Здесь есть пароль. 1, 2, 3, 4. Я неправильно. А, Б, 3. Бум. Где бы это написано-то было? Вот листочки. Контроллер сломан, надо его, говорит, заменить. Что тут еще где не так? Класс. Да выглядит сломано. Ты козырек свой поднять не хочешь? Туда дальше не надо идти. Не знаю, еще посмотрю. Не поверишь, но это ультрафиолетовый фонарик. Еще раз. Давай на морг надевай. Пойдем нырять в озеро, в глубокие глубины. Дип — это глубоко же.
Это ультрафиолетовый фонарь. Понятно? Понятно. Всем ясно стало и понятно. Его не убрали. Эти ёжики, блядь. А с тобой поговорить нельзя? Нельзя. Видно ж все. Ага, какую-то коробку с этого. А все забрать нельзя? Его ящик. Но фонарик уже не горит. Взял ящик, сломал. Ключ. Бог. А вот эту херню мне надо это стащить. Крутить. Чё у вас тут, вы не сдохли от газа? Короче, понятно, сразу стал, как дед появился, что он тут главный зачинщик. Ну, я думал, сейчас прям огромная будет локация, но что-то она прям... Здорово, козёл его. Фазерс? А, ты... Да, я спас твоего. Я хочу тебя... Я хочу вас удуть и... Так, он мне сейчас огнетушитель даст. Вот видишь? Все, да я и без тебя видел эту историю. Кибертрак. Так. А ты мне дать ничего не хочешь? Ты мне подсказал. Я и без тебя видел. Закрыто. Ну вот видишь, сделали добро. Он нас не это... Не стукнул на нас. Ага, мы сейчас заполним водой. И туда нырнем. Ключ от машины. Ныряем. А зачем его-то выбросили? Блин, прикольный шлем, смотри, без баллона. Работает. Нет. Как так? Слушай, братан, у меня ключ есть. Может быть, от этой херни? Ну, нет. Тоже не от этой херни. От чего тогда? А-а-а.
А ты чё, мне помочь хочешь? Чё ты пришёл? А я чё изначально делал? Драйв-кар. Ух, эти скрипты. Прекрасно. Как ты нашел ключ? Следуй за мной. Хера себе ты. Я иду. Хера себе он так решительно, блядь. Ага. Следую. Чё там? Он типа отлетел. Ебать ты вандал. Тушите, мрази. Ага. Да можем зайти сюда. Коммунизить контроллер. И насрать деду на кресло. Правильно? Алло, полиция. Тут дед говно. Ну что, нас просто так отпустят, что ли? Тушить, тушить. Помог, блядь. Мог бы зайти там, позвать его как-нибудь. И, скорее всего, дед, как начальник, бы сказал. Да в сраку идите, блядь, тушите, как хотите. У меня тут дел до жопы. Буду еще стоять, размахивать руками. Ты с нами поедешь? Подождем, пока уйдешь. Это из старых игр такая тема, блин, была. Чё, блин, мне кажется, сеги откуда-то. Ты управлять будешь? Если да, то хорошо. Давай. Ага, поехали. Я хотел сказать, сестру нашел и все, а разрушить этот. Обитель зла не надо. И козел к нам это намастырился. Все, сломали. Это никогда не починит. Денег у них нет. Ёптать, еще какой-то робот. Ага. Расскажи. Климп. Прекрасно. Робот. Вы все садитесь. О, ло, 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 ло.
Хоть платформер несложный. Правда, он слетает с этих платформ, но... А я не попал, что ли? Так, это типа закрывает нас. Лох, слабак. Дед лох, слабак. Ладно, хоть какой-то экшон. Final Escape, ага. А нас возьмешь с собой? Пошли, пошли. Ну да, я сейчас подожду, пока все зайдете. Одновременно же ходить нельзя. Вот видите, финал. А я думал, не финал. И принцесса спал. Спал. И принцесса спас. Все, что ли? Да, конец. Старт овер. Ну, такая игра. Она 16-го года вообще, вон, видишь. Ну, такая игра. С простеньким сюжетом, с не всегда очевидными загадками. В целом она атмосферненькая, но, как я в первой или второй серии говорил, что атмосфера это не для меня, не совсем для меня. Ну, прошли, посмотрели, дальше будем проходить этого разработчика, на этом заканчиваем, плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК, делись видео с своими друзьями, ставь лайки, оставляй комментарии. До следующих прохождений, друзья, всем пока!